Российские оккупанты не прекращают обстрелы Харьковской области. Ночью били по жилым кварталам, погибли два человека, еще один пострадал. Под ударами и Одесская область. Там ракета разрушила несколько хозяйственных построек и жилые дома. Пожар возник на 500 квадратных метров. 6 человек ранены, среди них ребенок. Накануне днем российская армия выпустила по Одессе несколько ракет. Ворог нанес ракетный удар по области двумя ракетами. Враг нанес ракетный удар двумя ракетами. Все они были сбиты нашими подразделениями противовоздушной обороны. Это кадры разрушенной накануне многоэтажки в Киеве в результате ракетного обстрела Россией. Снаряд снес два верхних этажа. Среди шестерых пострадавших – маленькая девочка. Ее отец погиб, а мать зажала бетонной плитой. Несколько поверхностных ран. Несколько поверхностных ран шеи, околоушного участка, ушибы туловища, конечностей, лица. Это все было обработано. Сейчас, слава богу, ее жизни ничего не угрожает. Всего из разрушенного дома эвакуировали 25 человек. Среди них и Ирина из Северодонецка с четырьмя животными. Уже дважды российские оккупанты ее лишили дома. Я вижу, вы перенервничали. Это уже не первый раз прилетает. Будинок, ну вообще Северодонецк. Пожар пытались локализовать несколько часов. Завалы разбирали более сотни спасателей. Ракета попала и в детский сад. Взрывной волной выбила все стекла и рамы окон. Пострадавших нет. Российские варвары продолжают запускать ракеты в жилые дома и детские сады. Враг еще больше обозляется и хочет посеять панику среди людей. Не теряем бдительности. Продолжаем придерживаться элементарных правил, которые могут сохранить жизнь. Две российские ракеты упали и в Черкасской области. Разрушено железнодорожное полотно, один человек погиб, еще пятеро получили ранения разной степени тяжести. По Сумской области российские оккупанты нанесли более сотни ударов из минометов. Обошлось без пострадавших. В Министерстве обороны Украины призвали международное сообщество жестко отреагировать на обстрелы мирного населения. По их мнению, ответ для России должен состоять сразу из двух частей. Первое – это ужесточение санкций, чтобы РФ не могла производить и поддерживать в рабочем состоянии высокотехнологичное оружие, которое сейчас содержит множество комплектующих, поставляемых компаниями из стран НАТО. Второе – это скорейшее развертывание эффективной системы ПВО в Украине. Это дополнительные 500 тысяч километров безопасности для каждого европейского города. Ожесточенные бои продолжаются на востоке страны. После захвата Северодонецка противник сосредоточился на Лисичанске. Российские оккупанты используют свою неизменную тактику – стирают города с лица земли. Обстрелы ведут с применением авиации и тяжелой артиллерии. Несмотря на это, из региона удалось эвакуировать еще шестерых жителей. Под огонь противника попадают украинские позиции практически на всех направлениях. Однако воины ВСУ дают достойный отпор. Силы обороны Украины наносят врагу потери по всем направлениям, поэтому захватчики любым способом пытаются избежать боевых действий. В связи с отказом возвращаться на территорию Украины, значительная часть оккупантов, отведенных для восстановления боеспособности, командование отдельных подразделений запретило любые отпуска личному составу. По информации Генштаба, Россия увеличивает свое военное присутствие в Беларуси, в частности, наращивает авиацию и готовит диверсионно-разведывательные группы для дальнейших действий на территории Украины. Александр Белов, специально для информационного марафона Freedom, телеканала UA.